Ремонт моста на 116-м километре в самом разгаре. Чтобы успеть к сроку, работы здесь будут вестись ежедневно. За несколько месяцев, согласно проекту, на этом участке необходимо поменять 4 деформационных шва, восстановить гидроизоляцию опор, защитный слой бетона и асфальтовое покрытие. Все должно быть сделано на высочайшем уровне. Путепровод имеет стратегическое значение как для города, так и для области. Он пересекает несколько автомобильных развязок, Куйбышевскую железную дорогу. Здесь находится много промышленных предприятий, по которым осуществляется доставка грузов работников предприятий к месту работы. Он связывает центр города с Куйбышевским районом, областную столицу с районом области в южном направлении. Серьезных затруднений в движении автотранспорта, говорят специалисты, возникнуть не должно. Сейчас на мосту установлен светофор и действует реверсивное движение. Впрочем, говорят автолюбители, небольшие временные неудобства готовы потерпеть для своей же безопасности. То, что делают, я считаю, это правильно. Городские власти заботятся. Я считаю, что если качественно отремонтируют, то, естественно, повысит безопасность. Вот. Можно будет без опаски проезжать данные отрезки. Путепровод на 116-м километре Куйбышевской железной дороги был построен четверть века назад. С тех пор такой масштабный ремонт здесь делается впервые. Капитальный ремонт путепровода планируют закончить 1 сентября этого года. Всего на средства областного и городского бюджета в 2015 году в Самаре будут комплексно отремонтированы 12 улиц, а также внутриквартальные проезды. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.